Сразу два случая смертельного травмирования граждан произошли на железнодорожных путях в Одинцовском округе за последние две недели. На перегоне Голицыно-Петелина 16 октября в 21:36 электропоезд сбил идущего по шпалам мужчину. Вторая трагедия произошла на станции Дачная 22 октября около 9 часов вечера. Под поезд попал спрыгнувший с платформы пассажир. АО РЖД и администрация Одинцовского округа просят соблюдать правила поведения на железной дороге и не оставлять без присмотра детей. Берегите себя и своих близких.